Сравнялись с землей. Сегодня завершили снос незаконно построенной гостиницы рядом со стелой «Европа-Азия». Сейчас осталось разобрать завалы и вывести мусор. На месте гостиницы огромная куча строительного мусора. Сейчас здесь ожидают спецтехнику для дальнейшего разбора руин. Работы по вывозу планируют начать в ближайшее время. Напомню, гостиница возле Европы-Азии принадлежала ООО «Галиаскар», учредителем которого является Геннадий Гарипов. В свое время здание незаконно возвели на земле Гослесфонда, где запрещено капитальное строительство. Аренда участка была оформлена, когда у власти в городе стоял Юрий Переверзев. Не исключено, что эта сделка состоялась тогда в обмен на политическую лояльность. Отмечу, что собственник гостиницы пытался оспорить решение городского суда о сносе здания, однако тщетно. К сносу приступили 4 декабря.